ребята, с вами Лашка, и сегодня я вам покажу, как из маленькой комнатки, похожей больше на кладовку, сделать крутые эстетичные комнаты. Давайте посмотрим, что у меня из этого получится. Вот такая вот миленькая уютная спальня у меня получилась. А вот из обычной кладовки получилось крутое банковское хранилище. Посмотрите, какая романтичная ванная комната у меня получилась. Вот бы такую иметь в реальном мире. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Пока-пока!